Продолжаем выпуск. В Северокавказском округе объявлена дополнительная иммунизация против полиомиелита. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Проводиться иммунизация будет в два тура. Первый – с 22 по 26 апреля, второй – в мае – с 20 по 24 число. Вакцинацию должны пройти почти 25 тысяч детей от года до 3 лет. За 30 дней до начала кампании этой возрастной категории по всей республике прекратили делать плановые прививки. За месяц, значит, лечебно-профилактические учреждения, медицинские работники в течение этого времени должны были проинформировать родителей о предстоящей дополнительной иммунизации. Ну и не только проинформировать, а довести до сведения, что эта кампания имеет очень важное значение вот, в плане защиты детского населения. На сегодняшний день все лечебно-профилактические организации готовы к проведению иммунизации. Медперсонал детских поликлиник прошел инструктаж, созданы дополнительные прививочные бригады.